Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают вам экономить время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь классическим рецептом крабового салата. По этому рецепту салат много лет готовили на праздничный стол в нашей семье. Его вкус проверен и отработан на бесчисленном количестве семейных праздников и застолий. Салат получается сытным за счет добавления риса и свежим за счет консервированной кукурузы в составе. Все ингредиенты для салата должны быть одинаковой температуры, холодные. Не смешивайте теплые продукты с продуктами из холодильника. От этого салат быстро испортится и приобретет неприятный привкус. Поэтому заранее отвариваю рис и яйца. Можно сделать это накануне вечером. Для этого полстакана рассыпчатого длиннозерного белого риса хорошо промываю под проточной водой и заливаю стаканом холодной воды. Можно немножко подсолить. Закрываю крышкой на сильном огне, довожу до кипения, уменьшаю огонь, приоткрываю крышку и варю до тех пор, пока вода полностью не впитается, приблизительно 20 минут. Готовый рис откидываю на дуршлаг и промываю проточной водой, так он будет еще более рассыпчатым, что важно для салата. Крабовые палочки разрезаю пополам продольно и нарезаю мелкими кусочками, с кукурузы сливаю сок. Очищенные яйца режу на мелкие кусочки. Тереть на терке не нужно. Все-таки в этом салате яйцо должно чувствоваться. Затем смешиваю отварной белый рис, кукурузу, нарезанные крабовые палочки и яйца в глубокой миске. Осталось только перемешать и добавить майонез. Еще одно небольшое правило. Подобные салаты нужно хорошо размешать. Чем лучше размешан салат, тем он вкуснее. Заправляю майонезом. Перекладываю готовый салат в салатник и подаю к столу. Все готово. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!